На предприятии «Молоко Осетии» будут производить сыр. Обещают порядка 10 сортов. Сейчас устанавливают оборудование. В полную мощь цех заработают уже в сентябре. Новое направление экономически выгодно. Понимаете, очень много бывает периодов, да, когда нет продаж, нет, там, допустим, реализации, да, тех продуктов, которые мы выпускаем. И тогда мы можем сразу же на следующий день это просто перевести это молоко на сыр, просто сделать этот сыр, заложить его, а потом, может быть, очень выгодно продать. Предприятие посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев. По его словам, несколько лет назад в республике снизилось поголовье крупного рогатого скота. На прилавках магазинов почти не было местного молочного производителя. По поручению Вячеслава Битарова за 3 года удалось вдвое увеличить этот показатель. В планах у руководства республики создать перерабатывающие предприятия в каждом районе. И уже результат налицо. Наши сельхозтоваропроизводители за 18-20 рублей сдавали молоко. Сегодня уже сдают по 30-32 рубля. Это уже хорошая цена. Производство молока, можно сказать, у нас в республике становится бизнесом.